Взятки по расписанию. Военная прокуратура задержала начальника отдела межрегиональной таможни Государственной фискальной службы во Львовской области. Он организовал схему поборов со своих подчиненных. Ежемесячно они должны были приносить ему оговоренные суммы. Факты получения денег правоохранители фиксировали с февраля. Накануне подозреваемого задержали прямо во время получения очередной взятки 60,5 тысяч долларов и 10 тысяч гривен. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко, должность, которую занимал задержанный, была создана специально фискальной службой для борьбы с коррупционерами на таможне. Теперь таможеннику инкриминируют неправомерное получение выгоды. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Під час обшуку його автомобіля вилучено кошти, проводяться невідкладні слідчі дії. Також оголошено про підозру. Судовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також було визначено заставу у розмірі 2 мільйони гривень. Похоже, правоохранители всерьез взялись за коррупцию среди фискалов. На минувшей неделе они провели самую массовую спецоперацию за последние несколько месяцев. Задержали 23 бывших топ-налоговика времен Януковича. Их подозревают в создании теневых схем и отмывании денег. Ущерб государству по подсчетам ГПУ почти 100 миллиардов гривен. Силовики провели более 400 обысков в 15 областях Украины. В столицу задержанных доставляли на вертолетах под усиленной охраной, но в СИЗО отправились не все. Часть бывших налоговиков вышла под залог, либо под личные обязательства. В военной прокуратуре говорят, что это далеко не все. В схемах замешаны и 4 действующих народных депутата. Но фамилии пока не называют.